тут он. Да, вот да, это, да. Шаман. Шаман, ты тут, Шаман? А где ты? А вот этот раз. Просто, просто 64-я без камня идет. Это нужно хрен знает откуда с дыркой доставать. Такая, вот, понял. Я б твою подтаскал бы, она классная. Гурский, а ты оффришься, чтобы фласка не текла у тебя, да? Я правильно понял? Ты не в рейде, там, не знаю, плюсик можешь поставить. А скажи, ты за флешбот в бане? Чё, Белочка? За флешбот. Я не понял ничего, тебя плохо слышно. Флешбот. Да, флешбот, да, да, дает, да. Флешбот дает перманент. Мне рассказывали по поводу фишбота, вот мастер как раз РЛ наш сейчас рассказывал, что если у тебя IP-шник статический, и тебя спалил, говорим, с фишботом, до свидания, Сиру, до свидания, аккаунт твой. То есть ты больше тупо не сможешь даже создать аккаунт. Ну, через VPN тогда играть. Статический, да, ну, либо как-то пиратить там и так далее. Если у тебя динамический IP, у тебя просто будет перманентно твой аккаунт навсегда. Так что осторожнее с этими делами. Если кто-то фишботит, никогда не оставляйте его без присмотра и держите кнопочку на стопе, чтобы если вас подвинут, сразу стопнуть его, чтобы не было заброса, если вас ГМ подвинет. Поправка, пушка падает с девы, если что. Ладно, будем ловить ручной. А, не, стоп, подожди. А у меня с красной дыркой. Нет, не с девы, извиняюсь. Ну, короче, фишбота смысла нет, потому что, ну, реально, ну, это не то, где деньги зарабатывать. Делайте травника. Сейчас очень сильно трава дорожает. Вообще просто фантастически дорого. Да я уже тупанула, я себе начала, почти прокачала югу и наложение. Ну, наложение чар, да, но травника в любом случае, если что, можем помочь друида сделать. За 2 часа до 65-го выкачивается тупо и все. Так, я друид. А, ну, я, конечно, извиняюсь, у меня тоже друид, но все равно отдельный твин для сбора травы, это реально... Ну, ты ж не будешь на нем вечно травничество держать. То же самое, как и у меня травник был, я его в любом случае на друида перенес. Сейчас, полсекунды. Нет, там... Почему раньше выглядит на экране? А ты за красным? А, ну, слышишь, мастер, а тут проф агрится, если подойти к нему? Я не знаю точно. Нет. Не агрится. Так, а зачем к нему подходить? Мы будем под колбы вводить. Под зеленую колбу. Не, ну вообще просто. Агрится, не агрится. Я извиняюсь. Так, подождите. По поводу пухи, поправка. А мог с Молчезар. Главное, чтобы кто-то диспелил нормально. Тоже изёвый босс. Дракон на балконе пожестче будет. Ага, Молчезар это типа ласт в старе, да? Ага, вот у меня трансформ вот с этого. Вот она. Ну, Петрика, ждем и гуляем, да? Ждем, когда все придут, тактику расскажем, кто не знает. Я все тут знаю. А эту тактику никто не знает, похоже. Тогда поставьте рыбку, давайте ребафнемся, пока он бежит. Хан, заходи. А вот это с мороза. Этот Рон, Войт, у тебя есть этот скан? Вот это с Молчезара на наметку. Королевский маску дьявол. Рыбка. Все, Реттик Тунт, Гурский, ты, если ты слышишь меня, заходи, все здесь. А? Точно, фласки и камни. Стоп, у Войда есть этот. 4 куска. Тут надо знать, когда что дефа прожимать от Вайда. Оставьте, пожалуйста, рыбу. Кончу. Ты садишься в кружку или войд? У меня одна рыба есть, давайте перед пулом поставлю. Тактику расскажешь, поставлю и сожрем. Тактика под профа, который. Танки знаешь, как делать, правда? Я знаю, что в чушке делать, мне ничего не надо рассказывать. Войд знает, что нужно водить под этим. Войд. Под зеленый сразу подводишь. На второй фазе, когда будет ставить колбы. У тебя, если ДБМ есть, показывает он, если тут правильно. А что она не знает? А вы только метки расставьте, где стоят мили, кто где танчит и где РДД стоит. Зачем?
Надо технику. Проще будет ориентироваться. Потеря времени. Ну, просто когда, например, слизняка начнут водить, в какую сторону, кто куда водит, ну, поставьте метки, будет реально удобнее. Никто так никогда не делает. Надо поставить только одну метку на РДД в центре, чтобы все остальные стояли в нем перед зеленым слизнем. Все, это единственная метка, которая здесь нужна. Тогда пишешь вопрос, вы, босса, где будете? Вот, вот здесь вот РДД все стоят перед зеленым слизнем. Если милики отлетают от зеленого слизня, которые бьют, вот здесь, если он в милизоне кастуется, вы стоите перед мордой слизня. То есть, чтобы я спина понял, у вас... Да, чтобы метка была за спиной, вас откидывают прямо сюда. Потом милики все собираются в центр к хилам, ждут второго каста слизня, потом добивают. Все. Нахуй я понял, тактика у вас другая совершенно, я понял. Да я как услышал про ваши макросы на лане, я, блядь, ржал полчаса. Слушай, вот, а не близко метка стоит? Метка вот здесь должна стоять. Ну, подальше, вот здесь вот поставь, чуть подальше. Вот, уже другая тактика. Смотрите, из последних тактик РДД стоят вот тут, а танки тут. А слизняк водится именно не по прямой туда-обратно, а по кругу вот этому водится. Что вот так осложняете так. Нахуй все, блядь? Не, ну, я, как говорится, как есть, рассказал. У паладина рачика Регина есть на нем? Кикнем с рейда сейчас тогда. Обмен кинем мне, Дмитрий Петрович. Да я дам. Паладин, больше без, без регов на диван в рейд не ходи. Так стоит, у нас хант есть, может стаки пиздить. Да, не тем пиздит. Не менее. Паладин и сюда давай. Стаки, все убивается легко, давайте быстрее пулить. Вы что, на самом деле сидите, больше боишься. Согласен, чек на пол свой. Давай. Рыба. Стоп, да. Плавки, плавки. Что, где еда? Кто обещал покормить? Дайте еду. Вот рыба в центре. 7 человек с Кирка убьем. Пиши, убьем. Рыбу доели? Доели. 3, 2, 1, даю отчет. Дайте на агро. Смотрите, в луну все это дохи. Стойте там. Скоро слезем. Орхидея станет в луну. Все в зеленую. Луну все. И ждите таргет. Топа босса. Все в слезем. Что тогда взять? Хочешь побей, я поиграли мне в куклю. Переводить. Переводим. Крас за спиной. Только выливается красный, сразу полетели в него. Уходите, РДДшники от него. Что-то я ничего не чувствую. Что? Милики не подходим, красный. Тут боб работает. Беги, беги, беги. Все нормально. Капли пошами. Холик, холик, ретрик, капли пошами. Ретрик, влились нахуй все в моба, блядь. Ретрик. Мень аккуратно. Третий, по поводу ротации. Это пельмени, лужи, колбы. Вот сейчас колбы будут. Под колбы, види. Пельмени, лужи, колбы. Лужи в центре, поместитесь правее. Сейчас вы встанете обратно. Вставайте туда, будет зеленый. Ждите таргет зеленого, переключаетесь в него сразу. Как здесь кукли можно наслакать, я не знаю. У меня 100 раги уже минуты две. Готовимся, милики. Сейчас колба будет. Отошли все. Колба от слизня. Слизня все. Включайтесь. Бегай вне всех. Лако неправильно. Сбоку от слизня. Нужно стоять перед мной. Ты отлетел к двери, я должен отлетать в центр к хилам. Прохил, прохил саму.
Пока вы видите. Так, красный заливается. Колбы. Красный выливается. Включайте с красным. Ремень, сова. Отойди оттуда, Честер, блядь. I'm sorry, man. Я пал, ты в бабле. Молодец. Ладно. Ебать, варм. Чё ты не замедлил? Он не замедлен, причём тут красава, блядь. Как дела у вас, ребята? Лимон. Вот что если бы у меня работал РК, и если бы я мог рейлить, вы бы уже давно все убивали. Завязывайте с этой хуйней, чё не плюнул в слизни? Резайтесь, бегите быстрее. А, там алики сейчас меня убьют, но... Сука. Блять. Сейчас ждем, пока упадет. Ветрик, ты в РК? А кого ты плюнул? Ретрик, ты тут, плюс они греют. Ага, Ретрик. Значит, слизень твой приоритет. Сначала слизень убивается, когда есть он. Потом босс. Еще раз увижу, будешь так стоять, босса долбить. Покинешь этот Ретрик. Как неожиданно. Он должен был спокойно убить. Если вы прохилили пельменя из зеленого нахуй в сову, то, блядь. Еще быстрее. Да я совет дал возложение просто моментально. Ну, в нее тоже быстрее влетело, и потом быстро малая волна. Да я видел все. Это не проблема прохилить. Конечно, не проблема. Ребята, вы неправильно ловите красных. Красных в мелизоне ведите через меликов, чтобы мелики сразу начинали их бить. Все, добро, это я неправильно вел, у меня просто по старой схеме, ну, просто-напросто, хорошо, не поймите, мне неправильно, Сове... по-другому водить. Сове, скажите, пожалуйста, зеленые пельмешки, такие круглые зеленые слизняки маленькие, в воздухе летят от профессора, от них надо отходить. Траекторию... Она пошла, она не поймала пельмень, поймал да, кто-то поймал. Другой. А, ну ладно, кто ловил, значит, не ловите больше. Их не ловить. Извините, пожалуйста, что вайпнул вас. Я... Да, ну бывает. Так, успокойся. Что за самоунижение пошло? Ну, я не могу, это не мой уровень, извините. Там я бывает. Я просто забыл у него плюнуть, блядь. Говорил вам, как бежать, куда стоять, и тупо, блядь, нас так. ДПС хватает, давайте, подбежали к боссу, и мы его сейчас убьем. Ты мне говоришь? М? Ты мне говоришь? Ну, когда будете, да, вы резко собираетесь. А, тебе прозвонить на телефон, типа? Да. Но у меня минут нет, я тебе вызов скину, сброшу, потом зайдешь, хорошо? Да, да, хорошо. Пойду пока зеленую. Давай. Этим рейдом можно даже лича, походу, закрыть. Ну, синдром, бля. Так, не, лич, ну хрен, ну не знаю. Можно, если будем потеть, хилы будут потеть очень потно. Стопэ, там по хилу, чтобы ты понимал, там на синдре полное лоховство. Синдра в плане хилов очень легкий. Давай. Thank you.
срочные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Let's go.
Отходимся от слизи. Приводим или не успеем? Не успеем. 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 35. Колбы. Хорошо. Выпивай лужи, быстро по столам. Не успел выпить. Не успел, похуй. Здесь выпить. Все нормально. Убью. Медленно вводим. Или успели перевести? Геру. Осторожно, милики все бьем в лицо только, бьем. Четырех. Бомба, сейчас готовьтесь. Отходим. Чума. Забирать на трех. Нет. На пяти заберешь. Готовьтесь, колбы, милики в лицо. Блять, хуёво провёл. Нормально всё. Место есть. Пельмени. А, Рафал. Сейчас колба будет 3 секунды, я отведу. Отводим, отведите. Луж поставлю колбу. Отошли все. Добиваем босса нахуй. Ребят, хочу извиниться за первый вайп, как бы если бы я выпил, ну, плюнул, мы бы убили с первого раза. А теперь скажите мне, что сложного в этом трофе и почему вы так боитесь его? Не знаю. Я сам сложного, не знаю, что-то сложного, блядь. Вообще лайтово. Так, Рони, ты прошлый забрал, я забираю это. Там мы тут леща убьем, отец, ча. Шам, чуть-чуть попотеешь, да, Шам? Куда денусь? Да легко. Попотеешь, да? Так, этот, что там, Рони, твое. Этот лимон. Да, вот. Нормально слышно мне, ну? Сейчас что-то. Да, нормально. Дискорд перестал лагать. Ну, пока. Шам, слышишь? Попотеешь наличие? Поставь. Короче, ты Келя потанчи, а я двоих. Давай. Что там на лече потеть заражение захиливать, что ли? Есть мнение, ребята, мы таким рейдом можем закрыть лечо сейчас. Это мнение, мы его закроем. Ну, а это танк уже будет зависеть, да? Просто там именно сопроты чё пьют, потому что там ОЕ куярит сильно. Да нет больше фласок, Карел. Каких фласок? На ХП у меня кончилось. У меня есть одна еще. Не, ну хотя, гинна мана есть, залив мана есть, так что нормально. Там по мане есть, все нормально. Я могу тебя дать, я так-то ничего не буду, а если буду, то потом себе и куплю. А хант уходит в пол девятого. Через час, ну пофиг, сколько убьем, сколько убьем. Заберем кого-то. Все, теперь можно в ЗА ходить, так. Имеет смысл пойти сдать квест, чтобы усилки дали. Есть, да, но это да. Долго очень. Там две да, уноси, по 5 очков. Ладно, потом так потом. Рони, колба возьмешь, но только когда по очереди будем вести сверху. Да наконец-то хоть не вайпаем, то эти вайпы мне уже в печенках сидят на этом серии. Я не понимаю, а как так люди, блять, вообще его не убивают? Не знаю. Ну так. Ты же сам виделся, блядь, да? Меня все нахуй испугали, блять, когда я первый раз и шел. Мы не пройдем. Да я вам сразу говорил, что, блядь, у страха глаз таких больше боятся на этом сервере.
если бы не я в первый раз убил. Готов, все хуйня. Первый, второй, главное, убили. Это 10 усилков и 5 монеток. Оковы лейтенанту кинь справа. Окей, ну пусть сюда придет. Объедите их вниз, уйдите все оттуда, все вниз, блядь. Танк приведи его сверху, с пульпак маленький. Вниз все пошли. Роник возьмешь. Он ему оковы даст, не бей. Даю оковы. Стоит. Уводи. Рони, бери колбу. А, его блядь. Я на стенд. Колбу возьмите, блядь. Да не берется. Говорили, что пашет. Этот, я выйду, музон послушаю. До лан. Нет. Чё нет? Не разрешаю. На могилке Лича послушаешь. Мне стан дали, шамхиль танка. 4 секунды еще. Да я бы рад, я сам встань. Я понял. В смысле она не берется? Вот у меня взяла сфера. Не спалил. Смысл тут вообще хоть на ком-то сопроты пить, я так и не понял. Тут нет смысла. Тут нет смысла. Максимум можно выйти. Сколько без сопротов. А, мульти, а глаз Грула хорошо прокает? Да ну нормально. Как чешка, блядь, прок. Мне на хулипалу потесить. 15.45 откат. Блин, надо хулипалу потесить. А соло очень легко эти все 45-е достают. Я соло ее и достал. А хили меня встанет, все, шаман. Да не, я не слаг. Трэш очень больно бьет тут. Я не понимаю, почему вы не контролите мультик. Потому что сбивают. Так и надо было тебе пробежать вперед и дать контроль. Ретрик тоже может давать контроль. Давай, хорошо, сейчас он будет спускаться, я сразу кину на стрим. А, Ретрик, кстати, у тебя изгнание зла есть контроль. Постоянно, пока да юзаешь, он тут помогает. Изгнание зла работает на гуманоидов, не работает. На нежить. А это гуманоид. Паша только это. Да тут все тоже вроде. Это нежить. Нежить перепутал. Пашет оно все, пашет, на тактику накидаю. Турики в три вара не пройдем? Ну вот так и делайте. Паладин, Синдралич убивал тут, паладин нарпал? Не убивал, значит убьет. Что ты укаешь, ты? Сова на 5 секунд отошла, воды налить. Сейчас каким? А какой ты гильдии? А, легион он сверх. Хотите вниз, убивайте его. Садиель охуеет, когда ты чего получишь, я отвечаю, если он в гильдии онлайн. Я понял, если сюда перевести топовую гильдию циркулет, она тут походу вся закроет. Если вам понравится сервак, как говорится, мы что указали, если вы его порекомендуете. Вы понимали, в джоках, я в джоках был, тут половина людей с силуса, чтобы вы понимали. Чуть ли не больше половины. Тут, походу, так и убивают только люди с этого, блядь, циркульно. Контроль дайте. Стоп. Давай сюда. Дай контроль, Крис. Мультик, подбеги, дай. Давай, да, я иду. Командира ебани, нормально будет. Кого, лейтенанта контролить? Командира ебани. Тактика.
командира омраченного лейтенанта. Вообще кого до пизды. Давай, Агри. Ты дай контроль, а мы с Агрием. Блять, цапнули, нахуй называется, дал ревок, блять. Чё тут людей набирает в рейд только 250, я вообще не в шаре. А потому что тут... Я тебе говорю, я вот был в гильдии, меня был хулипал 239, меня никуда не брали. Меня взяли пуги 239, поржали, потом охуели с моего ХПС, что я хулипалом давал. И убили пропа. Пошли на Синдру, повайпались, мы же не так их не знали, все разошли. Сейчас на лану еще посмотрю, а то говорят, что там пиздец, как уже. Да там тоже ничего страшного. Это просто не, на лане тяжело вот. Хилам будет, очень тяжело. Я в одного хила выхилю рейд, холик. Да, главное, чтобы ману холику этого залила сова и гим вовремя на ману прочитал. Ладно, ладно, это я. Холик шла. Может стоять в мили зоне. Я в мили зоне стою постоянно. Так что с маной у него проблем не будет. Ретрик, ты в курсе, что там темная аура прям включит этот мастер на взлет? Ретрик, когда он в курсе? Огненный идет. Ну он походу опытный, чё. А, тоже с циркуля, братан? Я не знаю, откуда он. Наверное, X5 версия есть. А я продал. Поставьте, пожалуйста, рыбку. Бафнемся, ребафнемся. Да, или X5, да, легче. Чё, пуляем? Я рычу на пол. Кинетику кто бьет? Хант и кто еще? Подожди, подожди, кто тут самый слабший? Сова на кинетик. И сова, и хант пускай бьют, и шипы. Да, мы в прошлый раз били вдвоем, еще и лок по этому нам помогал. Окей, бейте все триггер, дальше сова. А, ребят, ну, полсекунд, все, ладно, поехали. В двух словах, это бить в сферы, чтобы они обратно поднимались, правильно? Да. Черные, не бить. Килисет, отойди немножко дальше стенки и, короче, подбивай их массом. Тут, короче, они иногда любят багаться, короче, и слетать с тебя на килисете. Отойди дальше к стенке или что? Если ну ты дальше. Просто подвинулся. Все, хватает. Подбивай их там иногда молоточком, либо освещение кидай. Потому что они домах не получают. Скромный вопрос Геру дать? А я знаю. Пружинка, отошли. После килисета дашь. Посмотрим по ДП. У команде. Справа сферу провтыкали по. И всякого. Ой, братуха. Забери, пожалуйста. Черный забери. Забери ядро черное. Протопал. На мне уже 4. Пружинка. Тут надо больше. Чем больше, тем лучше. Они иногда спадают. Мульти, гимна мало сыграй. Даю. Или сета точечно нас. Куда там побежали милики? Не ауешьте, с черные ядра. Ушли оттуда все быстро. Я точечно играю. Нет, не пришла. То точечно можете остаться, остальные ушли. По пустым целям, когда бьешь, смысла нет. Просто постой. Пружинка возле тебя, протопал. БЗ готовь, если бы все-таки не пружин. Переключились Валанара, дали Альгеру. Отошли милики. Друг от друга рейндж. Бомба справа.
Только бурсты промел. Распал. Кинетика. Кинетика в центре. Разбежались милики друг от друга. В зону не забегайте. Переключились Талдорама. Кинетику я забери. Кинетика в середине, все три кинетики. Пружинка. Короче, не надо багается и рывок не дается, блять, если спиной давать. Смена цели 5 секунд. Только таргет наиграет в килисета потом. Килисета таргетно. Не прожимаем. Мостов. Лимон. Пружинку зайдем. Пружинку готов. Опа-па-па-па-па. Прожимайся, блядь. Сфера. Скинула пружинка. Все трудово. Кинетика возле килисета. Ой, капли дал. Пружинка возле тебя. Отведи. Она сразу прям откидывает. Да, она быстрее откидывает. А, ну я прям шаг начал делать и полетел. Ты это тоже учитывай, имей в виду этот показатель. Отбежали милики друг от друга. Саня! Эх ты! Ну прям перед мордой падает, ну. Опа, упала. Я не понимаю, продолжайте по тактике играть. Я в нее экзорцизм, она все равно. Талдорама переключили. Что за говно лут падает? Все надисно. Хер тебе, блядь. Тихо, тихо. Пусть Кай законтролит. Контроль любого. И отбежишь. Остальных мы словим. Вот так. Что мне дали? Лимон, держи одного спокойно. Чё ты делаешь? Ты видишь, мой бой бьют сильнее, чем босс. Оставь одного мне. Да тут мобы жесткие вообще же. Я там один раз тройным забрал. Ну так не надо. Тут капец, как долго надо за репой ходить, да? Быстро. Кажется, только так. Не только 5 косарей с уважением. Да. Надо 12, как бы. А мне бы били кольцо, но так и не падает, тварь. А упадет еще. Что там, опять как контроли, да, наверху эту пачку? Да, их много. Попробуй одного сагрить. Одного за контроль.
Так нахуя его контролить, если его так манул? Хорош, прошли мимо него просто. Если что, трэш на втором спуске тоже надо чистить, иначе он подымется во время. Который справа? Да. Нет, он не поднимается. Да. На первый пролет нужно почистить. Он поднимается. Не знаю, ни разу не было. Это здесь. Ну, сейчас проверим, значит. Я убивал тут, и тебя ни разу трэш не поднимал. На всякий случай можно почистить. Это все, чтобы репу фармить, не слушайте. А, ребят, ну у меня фулл репа, черт знает когда. Ну, вам репа важнее, вот в данной ситуации, но я вам серьезно. Да это ромики я голды сдал 500, чтобы души пофармить. То есть ты считаешь, что я за 500 голды продаюсь, да? Не, насчет трэша, зачем нам время терять, не надо. Я подтверждаю. Я просто недавно 205 тонн выложил с долгонога на сову. А, мы слышали. Когда она еще пятой катой была. Да, душераздирающая история. Дай мне 18 на багровое колесо. Иди на ней с танки, их мы возьмем колбы тут. Да, ребят, ну блин, саппорты по 300 тысяч. Где все вернулись, блядь? Танк сажает. Роми, возьми сферу. Либо я сейчас возьму. Ладно, я беру. А у нее есть прок, чтобы сравнить китан? Плави. У кого? У орхидеи. Алхимия. Нет, алхимии. А алхимии нету? Смотри, как они отбегают нахуй, Мары. Вокруг, блядь. Там что, блядь, этот, блядь? Текстуры? Тут, смотри, можно стоять целый трэш, он дотянет, только к вставанию. Так и не смогут прийти в центр. Вот сюда, если встать, они будут попадать. Поехали! А, ребят, на первый этот чистят, нижний не чистят. Поехали. Будет. Кто не знает эту тактики? Нету рыбы. Здесь очень важное предупреждение с напулами. Короче, смотри, Лимон, у тебя Оман есть? Конечно. Смотри, чтобы ты вторым не был, потому что по тебе укус пройдет. Чтобы я вторым не был. В смысле, по агро? Или что? Да, по агро. Ты должен быть третий. Я должен быть первым. Так, погоди, надо поймать, чтобы вторым быть. Зеркало, дальше. Когда ты рядом со мной стоишь. Просто хант можешь напул на меня дать, так нормально будет. На Широне, да. Ага, ребят, получить. Я вам могу дать тотем на ДД, если вы мне скажете момент, когда надо будет его на трепет заменить. Скажу. А, зачем? Фир, антифир даст на себя приз, даст масло. На первой взлетке мульти не давай на себя антифир, там так захилится, а на второй дай, потому что вторая последняя взлетка, на себя дашь антифир. Ретрик, и я не знаю, как у вас сейчас мана будет садиться, но танки очень жестко будут огребать. Ревность сейчас увидим. А должно все нормально по МП быть. В конце концов, если что, потом, ну, сейчас посмотрим, что будет, то будет. Если что, на танков два саппорта выпьем, не страх. Сестер, если что, Ким скажешь. Танки тут
тут не решат, сейчас решит ДПС рейда. Чтобы убить босса, нужно 8 укусов, чтобы было в рейде. Не 4 и гер, а 8. 22 ляма, нахуй. Да. Значит, чтобы убить босса, геру будете давать после того, как вторая взлетка закончится, она сядет, подойдет к нам. Должно быть к этому времени 8 укусов в рейде. Танки не укушенные, хилы укушенные и все остальные ДД 6 штук. Тогда босс убьется. Ну там по ХП будете смотреть. То есть за 50 секунд, за минуту до берсы дается рост. Можно, подождите, полсекунды вопрос. А будет анонс, кого кусать или самостоятельно выбирать? Рекаунт выбирайте. Все правильно, по рекаунту. Тот, кто получил первый укус, это Роми или Хан, скорее всего, будет, или Мульти, будет передавать топ ДПСерам. А остальные в свою очередь. Желательно приста укусить, да, чтобы еще подхил был от него. Если первый не прист получил, то приста будет его кусать. Приста нужно кусать в первом или втором. У меня не вкачан лимон отхил. Вкачан? Не вкачан. Я понял. В смысле у тебя не вкачан? У тебя сама... Прямо. Не, у меня спех же не под Т10, а под Т4. У меня взрыв вкачан. У тебя прикосновения нету, палец? Смотри. Есть, но не улучшенное, обычное. Смотри, ребята, значит, перекинь меня вместо мастера в первую. Ханта вместо Честера в первую. Хант не хилится, класс не хилится у него. Он должен от приста будет получать. Ну, танки будет получать, шаман. Ну, хулипал там, я думаю. Варов перекинь вторую пати, потому что у них есть антифер. Вот так тогда. Нормально будет? Да, все вроде. Чтобы хан захиливался. Ну не знаю, зачем. Все, 8 укусов надо, да? Да, чтобы трепет был почистил. Да, все будет нормально, банально. После второй взлетки Геру, там посмотрите по укусам, должно быть 8. Пай, вот я за тобой. Умерел. Вот сюда, Саня, орхидея. Да, секунду. Все, что-то. С дебафом выбегать, с пахтом сбегать. Это было неразумное решение. Ельки в куче не стойте. Сбежались. Можете отойти подальше, чтобы она не летела говно. Прям же держать от мели. Ваша шкач. Сбежались. Итог обновляем, честно. Сбежались. Чё по укусам? Укусы роли. Укусы контакт. Получим шипонат укус. Третий по ДПС. Шипа и вара следующий. Мульт и мастер роли. Бежались, быстро. Фир, через 10 секунд, ставь ТТ. Сбежали все в центр. Все в центр. Оставил вам метки, кого кусать. Фир. Разбежались все друг от друга, взяли рейндж. Даю сакру, Ретрик, давай мастера. Отбежали друг от друга. Рейндж держим, да, нельзя вставить вверх. Мульти, дни на ману. Даю. Ну ты смотри, 50% это гимн против. Пакт, готовьтесь. Сбежались. Прохил Ханта. Ханта прохил.
дал ему руки возложения. Я дал, блин, нафига? Долг. Что по укусам? Укусили, 4 укуса в рейде. Следующий можно укусить молоко. Я пока метку поставлю вам. Звёздочка печенка кусок. Пение сейчас, готовимся. Да-да-да. Выбежал Саня, Саня. Я укусу, укушу орхидею. Мейн танка да. Только не кусайте. Лимона можете укусить, если совсем втупите? Вара не кусает. Более полного. Хилов кусает. Антифир на себя. Есть. Дабл можно молоко. Скидывать тучу. Эфир, все на середину. Мультя на себя антифир, приготовься мы здесь полковые. Орхидея это герма. Сбежались. Укусил шамана. Разбежали все. Дафа вам раньше набирает. Разбежали все дафа. Раньше набери от меня. Я дал этот мастер аур. Полипал. Да я ШВ по рейду дал, вы вообще никак не сдохнете. Садится, даете Геру. Да. Вот давайте, Геру. Факт. Тени. Давайте быстрее. Я решу пешку. Хорош. Нормально. Только лут говно. Там в гильдии, наверное, народ сидит, охуевает какие-то, блядь, ноунеймы. Пошли в ЦЛК, там, блядь. Да, реально, блядь, ноунеймы, отвечаю. Все подряд. Огонь. Я резко умолчу. От чего я умер, а ну скажите мне? А, тебя что, смотри. Тебя что-то ударило чуть-чуть, а потом после этого шот прилетел, ну, судя понял. Тикам. Мульти, не смотри. Кровавая королева Лунатель. Ты убил себя, 8... слово тьмы смерти. Да, я ты сам себя убил. А-а-а, может, да, может быть, кстати. Не используй это в ПВЕ просто. Смотри. Лимон, слышишь, я... В смысле, это бонус от 4-4, Войд. Ну, тогда как это не используй, только на лане не используй. Потому... Ну, я просто еще не привык. Мамаби тут осторожно. Что говоришь, Честер? Ты возложи мне руки, я первый буду кидать, потом ты. Потому что ты кинул, я кинул одновременно, КД повесилось. Ну да. Ничего страшного. Ну я же все рассчитываю, да, мельчайший гитар. Давайте дальше двигаемся. Хулик, слушай, вопрос тебе